Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наши позывные «Гамовер» и «Бонус», и мы начинаем программу, которая называется «От винта». Мы понимаем, что самая популярная на сегодняшний день игра лежит несколько в стороне от привычных жанров и форм. Она называется «А ну-ка, накопи» и сделана, по-видимому, на базе знаменитого «Тетриса». Суть этой игры в том, что пользователь пытается накопить побольше, скажем так, очков. Однако доподлинно известно, что выиграть здесь практически невозможно. Так что давайте обратим свое внимание на более традиционные разработки. Мы начнем программу с игры, которая называется «Син». Это грех. Ну, это переводится как грех. Сразу оговоримся, что пока имеется только демо-версия игры Син, принадлежащей к жанру шутер. Но уже и по демо-версии ясно, что программа эта вредная, разжигающая страсти и чуть ли не провокационная. Это почему же? Вы обратили внимание на то, где разворачивается действие игры? В банке! Да-да, именно в банке, уважаемые вкладчики! И вы можете видеть, чем там занимается главный герой по имени Блейд. То есть буквально тем, о чем в эти дни, как не стыдно в этом признаваться, мечтали многие. Он его громит. Надо сказать, что программа устроена так, что многие предметы интерьера можно разбить или расстрелять. И этим господин Блейд охотно пользуется. А что нам известно о сюжете игры? Немногое. Небольшой видеоролик в начале действия попытается убедить нас в том, что Блейд якобы состоит на службе в полиции и явился в банк для выполнения своего служебного долга. Но мы, воодушевленные последними событиями, верим в это с трудом. Итак, сначала он под градом пуль прорывается к банкомату. Этим нас не удивишь. Интересно, что банкоматом можно пользоваться по прямому назначению. Приятно слышать. Далее Блейд неудержимо рвется не куда-нибудь, а к денежному хранилищу. Удивительно, что игра появилась именно в эти дни. А кто эти милые люди вокруг? Видимо, сотрудники банка. А мы можем определить, какой именно банк показан в игре? Нет, для этого придется дождаться полной версии. Нарисована игра довольно неплохо, хотя, по нашему скромному мнению, она и уступает немного игре Unreal, о которой мы уже рассказывали раньше. Интеллект компьютерных противников пока невысок. Впрочем, не будем забывать, что речь идет о демо-версии. Как бы там ни было, с уверенностью можно сказать лишь одно. Мы очень рекомендуем эту игру всем вкладчикам. Она вас развлечет. Интересно, а почему для некоторых людей мир виртуальный становится привлекательнее мира реального? Ну, это легко объяснить. Там мы управляем событиями, а не наоборот. При этом его легко улучшить, используя доступные, в общем-то, средства. А вот как бы это объяснить на примере сегодняшнего дня? Ну, возьмем простую, я бы сказал, диаграммку. Вот это, чисто условно. Курс одной денежной единицы к другой. До применения видеоакселератора 3DFX. Включаем 3DFX. И что же? О, вот это акселерация. Ну что ж, давайте посмотрим сюжет и о других мультимедийных продуктах. Мир так называемой реальности мы, к сожалению, улучшить никак не можем. А вот сделать виртуальный мир более комфортабельным поможет продукция компании Diamond Multimedia. Не будем скрывать, что любителей компьютерных игр всегда раздражали так называемые пиксели или кирпичики, из которых неизбежно состояло любое изображение. Применение видеоакселератора Monster 3D 2 позволяет избавиться от них раз и навсегда. Эта 3D-карта создана на основе графического процессора Voodoo 2. Монстр заставляет компьютерные игры работать на порядок быстрее и делает графику на порядок качественнее.
Особенно это касается игр, созданных специально для работы по 3DFX Voodoo, а это практически все новые игры. Для наиболее требовательных пользователей предусмотрена система Scanline Interleave. Две карты Monster 3D2, соединенные ленточным шлейфом, увеличат скорость работы примерно в два раза, соответственно возрастет и качество графики. 3D-аудиоакселераторы Monster Sound наполнят ваш виртуальный мир самыми реалистичными звуками. Единственное, чего стоит опасаться, так это так называемого эффекта привыкания, о котором постоянно предупреждают психологи. Повседневная реальность, с которой вы неизбежно столкнетесь, оторвавшись от компьютера, чтобы выйти за сигаретами, солью или спичками, покажется настолько блеклой, что захочется применить и к ней какой-нибудь акселератор от компании Diamond. Любители фантастики помнят, что некоторое время назад передовые умы большую надежду возлагали на роботов. Тогда казалось, что придет время, и роботы будут делать за нас всю работу. А на нашу долю останутся пустые мечтания и умственные упражнения. Теперь становится ясно, что войди роботы в обиход, основная работа по-прежнему делалась бы человеком. Только к ней бы добавился ремонт и обслуживание роботов. Очередную вариацию на тему роботов предлагает игра под названием RoboRumble. Кажется, мы уже когда-то говорили, или по крайней мере думали, что появление усовершенствованных компьютеров пагубно повлияло на производителей компьютерных игр. Звучит парадоксально. Да, это и есть парадокс. Я называю его четвертым парадоксом. Дело в том, что во многих современных программах начисто отсутствует черта, именуемая геймплей. То есть, попросту говоря, в них неинтересно играть. Да, выглядят они красиво. Художники смело используют всю палитру из семи, не побоимся этого слова, цветов, вовсю стараясь порадовать глаз пользователя. Изображение на экране можно вращать как угодно, приближать, удалять, смотреть на него сверху вниз и снизу вверх, да мало ли что еще. Но неожиданно выяснилось, что одних красивых картинок недостаточно. Ведь и в карты многие люди играют не только потому, что им нравятся яркие изображения королей и валетов. Нужен, прошу прощения, геймплей. А где же его взять? Формально в RoboRumble сюжет присутствует. По версии авторов, когда-то, в 2000 году, космонавты полетели куда-то на Марс. Там они совершенно неожиданно для себя обнаружили огромные пушки неземного происхождения, направленные, тем не менее, на Землю. Покумеков. Земляне решили, что пушки были оставлены пришельцами, которые намерены обстрелять нашу планету. Для того, чтобы противостоять агрессии, нужно крепкое оружие. И вот, две конкурирующие фирмы выставляют на полигон своих роботов, чтобы определить, какие лучше. Ну, в общем, сюжет так себе. При этом, чтобы насладиться всеми графическими изысками, требуется очень мощный компьютер. На 233-м Pentium 2 с 3DFX игра работает просто хорошо. А отлично, она работает на еще не изобретенном секстиуме. Итак, в начале каждой миссии вы оказываетесь на арене лицом к лицу с противником. Вы должны изготовить нужное количество крепких роботов и разбить робота врага. А может и не должны. А может и не вы. А может я сам робот. А может мы все роботы. Все. Выключите меня. На этом программа заканчивается. Извините, если мы отвлекли вас от чего-то важного. Все, гейм овер. Будем надеяться на лучшее.